Всем привет, ребята! Вот смотрите, вот это окошко нашей спальни, это вот так засыпано, и вот эта крыша, у нас частный дом, как вы понимаете, сугроб намело выше крыши. Я не знаю, сколько здесь тонн снега, сейчас еще выйду на улицу, покажу, сколько на улице намело, ну что, вид с улицы и за оградой. Снег продолжает мести, сегодня суббота. Нам же субботу-воскресенье делать нечего. Спасибо тебе, Боженька. Подкинул работенки. Да. Ну что, выходим на улицу. После бурана. Будки не видно собачьей. Хорошо, что собака дома. Вон там вон была будка вчера. Так. Давайте пройдем ближе к ограде. Вот она, вот он снежок-то, видите? Короче говоря, с крышей почти сравнялась. Ну-ка, а что на улице у нас? Вау! Ребята! Так, я откопал будку почти. Так, Туря переночевала ночь в доме. Пошли. Пошли. Погода к утру устаканилась. Видите, как. Столько снега, не помню я, когда было. Смотрите. Вот этот гараж высотой метров 6. Такой сугроб снега. А это дорога наша. Прекрасно. Да, проехать невозможно будет здесь. Здрасте. Скоро лет кончится, это свидание. Не знаю, в мае, наверное. Еще ползимы впереди. Я говорю, еще ползимы впереди. Будет. Да, бабушке уже за 80. Херачит снег. Так, не знаю.
здесь или там пойти. Ну, пойду по сугробам. Опа. Разгоняю, чтобы по инерции сугробы перелетать. Да, вчера здесь была дорога. Все гребут как могут. Вот тут какой-то чел попытался проехать, наверное. Продолжаем пробираться по снегам. Частный сектор замело. Вон собаки на сугробе. Сугроб через забор пересыпанный. Обалдеют. Вот так вот я нынче домой пробираюсь.